Всем привет, дорогие друзья, ребята. Короче, мой брат остался там на нашем месте, где мы сейчас живем. А я приехал вот сюда, в свое царство. Он меня так быстро убил. Так, подождите. Стоп, 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 стоп. Извините, да? Так, а чё? Капец, мы тут трудно живём. Ну, потому что мы перевезли все уже, да? Вот. Естественно, да? Ой, а зачем я топор взял? Ладно. Пустим этот момент. Нужно сейчас спасать деревню. Нужно спасать деревню. Да, ребят. Так. У меня дом защищен вот такими ягодами. Вот. Блин, чё я туплю? Вот он, зараза. Такая взял меня, убил с первого раза. Иди сюда. Ты чупоглазый. Ты бил. Dead Inside, блин. Он утопился, ребят. Это вообще отлично. Сюда, сюда. Давай. Вот. Опа. Опа. У меня, кстати, никакого наложения не наложилось. Странно. Но зато есть вот такой вот флажок, классный. Видите, у меня тут Россия. Да, это российский государственный дом. Тут живу я. Я государь этих земель. Как вы видите, да? Вот, естественно, тут уже будет строиться городок. Всякое такое. Ну, короче, потом. Так, что у нас тут есть? Своя кузница. Она маленькая, да, вот такая вот. Вот она, кузница. А потом вот такой вот садик. Ой, что это? Ну, типа фонтан. Тут портал. Естественно, дом мы это все сами строили. Ну, я сам строил. Вот тут вот, как вы видите, тут дерево. Тут тоже должен быть кирпич, а потом перестрою. Вот тут типа канализационный этот шланг. Вот. Тут у меня растет пшеница, тростник, всякое такое. Вот. Это вход у нас за один двор. Это башня. Так, где лестница? Уже давно я тут не был. Потому что, да. Вот. Это чтобы смотреть, чтобы где кто находится. Вот. Это песочница. Да. Не знаю, зачем мне нужно. Там у меня кто-то стоит. Все, забираем. И уходим. Ну, это такой мини-дворик. Тут тоже должны были быть построения, но пока что нету времени на эти построения. Вот.
Что еще? Вот, кстати, это типа должна была быть баня. Но в итоге это не баня, это будет здание, где будут проходить все решения. Вот вы видите, да? Это да, место, где будут проходить решения суда, решения правительства. Дверь не хотел сломать, капец. Вот. Вроде бы тут все показано. Идем теперь ко мне домой. Вот, вот главный вход. Вот он какой стены. Сейчас я вам покажу гараж. Ну, типа гаража. Вот, типа гараж у меня тут. Да, тут у меня вот это вот все. Я вам потом покажу, что тут. Тоже растения, тут просто так пустынно, да. Вот тут моя кухня находится. Тут у меня вот еда, 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 еще еда. Вот, то есть, да. О, больше ничего нет, к сожалению. Вот, где мои кости, я уже не знаю, сейчас надо найти и положить кости. Капец, уже два стака костей. Куда так много, я не понимаю. Тут же у меня порох лежит. Ну, все как надо. Вот, это кухня, да. Такая маленькая миниатюрная. Вот. Тут у меня есть мой тайничок. Я надеюсь, моим домом все в порядке, потому что если все плохо, то это капец. Тут чаровальный столик. Ну, варка это. Тут просто плитка, тут это. Вот. Да, я просто пришел сюда забрать некоторые вещи и потом поехать обратно домой. Вот. Это стул. Да. Тут компьютер мой, тут колонка, тут мышь. Проходим сюда. Это мои экипировки. Тут все лежит зачарованно, естественно, не из читов. Мы все сами делаем. Вот чарованный столик для этого. Еще камень Вандермир. Кстати, он далеко очень, он вот там вот находится. Я вам потом все покажу. Это место отдыха. И последний этаж. Это мой чердак. Больше ничего нету интересного. Сейчас мы поспим, ребята, и уже потом приду вам показывать еще вещи в округе. Давайте я покажу сейчас. Дождь. Дождь закончился. Вот такой мини проход. Этот рог специально был сделан для таких вот тварей. Он тоже умер. Вау. Это Apple-овский магазин. Да. Тут вот айфоны. Это планшеты, да. Вот. Это ноутбуки. Да. Это официант Петя. Официант Петя, что? Ладно, промолчу. Это дом моего брата, как вы знаете. Сейчас покажу вам его. Да. Вот оно. Вот. Но мы тут жили очень давным-давно. И пока что мы тут еще не собираемся жить. Вот, просто у нас много где есть теперь вот такие царства, естественно, да. Я вам будем потом еще покажу одно царство свое. Я туда приеду специально для вас. Вот, это старый дом моего брата. Он, если что, украинец. Я русский, но мы хорошо ладим.
Ну, в игре, естественно, он украинец, а так он русский тоже. Вот это его вещи, вот прибамбахи, всякое такое. Блин. А тут он спал, да. Тут картина должна была быть, но ее нету, к сожалению. Вот. Так. Угу. Теперь пещеру осталось показать. И еще одно место, и я соберу вещи и поеду домой. Ребята, да. Потом я уже домой. Вот. Тут у меня вот такая вот база. Тоже пещерная база, как вы, естественно, понимаете, да? Мы в пещерах любим копаться, как вы видите. Вот. Да. Я вас ознакомлю своими базами, которые были у нас. Вот. Так, тихо, подожди. Тут что у нас? Тут почему-то не закрыто, но ладно. Потом я закрою, будет. Тут у нас постельная. Ну, тут, короче, жить буду. Вот, то есть пока что тут первый этаж. Ну, да, первый этаж только есть. Первый цокольный этаж. Вот. Потом еще вниз пойду. Пойдем, естественно, это для тех, кто не нашел жилье. А тут у нас хз столовая, возможно, будет. Вот. Тоже что-то хз. Вот коридорчик. Это тоже, чтобы наблюдать за всем. Это главное место, где находится главарь этой базы. Вот. Да. Сейчас я побегу до другого места. Да, вас же нужно совсем ознакомить. Я хочу уложиться в 10 минут, но сейчас, скорее всего, я уже не уложился. Там уже больше, наверное, потратил, но ладно. Вот. Вот, тут тоже, как вы видите, база такая, да. А, ну, еще не до конца достроена, вот. Ну, короче, у нас финансы позволяют, мы строим пока что. Да, как вы видите, вот фонтанчик еще. Финансы позволяют, мы строим. Вот. Надо будет уширить ту территорию, но пока что я не буду. Это типа как Кремль. Ну, типа, да, вы поняли меня. Так что, ребята, сейчас скоро я приду. Всем привет, ребята. Короче, я приехал в другой дом, где я тоже живу. Ой, что залагало у меня, ребята, сильно вот. Такая же деревушка, как вы видите. Тут некоторые дома уже изменены, вот они. Они в Андезите, вроде бы. А, это диорит, ребята. Прикиньте, это диорит, я в шоке. Вот. Тут деревья вот растут. Тут был где-то пруд раньше, но я его высушил. Для начала давайте пройдемся вот тут. Самашки, тут такой коридорчик. Это будет местный штаб управления. Да. Вот такой вот дом специальный, как вы видите, да. Ой, а там что? Там что, лишний блок? О, стоп, что? А, там форточки тоже. Ладно, посмотри. Вот. Тут я жил раньше, но теперь это местное управление проводится. Да, тут мои псы. Ну, не мои псы. Мои, но за ними ухаживают. Вот. Еще есть колодец переделанный. Вот. Дальше. Я вам показываю сначала дом брата. Видел.
Вот тут у него вроде бы андезит как раз таки используется, я точно не помню, вот. Ну, у него дом использует такую же технику, как у меня. Вы сами поймете, о чем я говорю. Вот. Эта территория очень большая. Я вам съезжу, покажу, там заброшенный дом. Ну вот, короче, в общем-то, весь дом. Это дом главного президента, то есть меня, да. Тут пшеница растет, тут сама пшеница, там еще свекла. Вот, сами поймете, для чего это. Вот дом с синими стеклами, да. Вот он, весь сам дом. Естественно, он не скачан, его я сам строю. То есть все, что у меня вот есть на картах разных, на этой карте, вот эти вот три моих дома, в которых я вам показывал. Первый дом это вот там, где Россия и Украина у меня, брат и я. Второй дом это вот этот вот. Третий дом это пещера. Да, мы теперь живем в пещере, так как мы обанкротились по полной, да. Да. Вот у меня печка, у них ничего нету. Печально, да. Вот. Тут машины, да. Тут находится душ, туалет. Вот. Угу. Так, машина. Вот. Теперь тут мои часы тоже есть. За ними тоже ухаживают, как вы понимаете. Тут телевизор, столик. Ну, тут жил брат у меня. И живет, по крайней мере, пока что, потому что, ну, ему тут негде было жить, тут шарики его мой брат, тут моя гардеробная, тут мои вещи, да, это шкафчик такой красивый, о, соска, нереалка, такой вот балкончик, как видите, и да, можете заметить то, что мой брат его копировал, тут синий цвет, да. Собачки тоже синий цвет покрашены. Вот. Сейчас мы поспим. Вот как я не приезжаю, мы все время ложимся с вами спать. Ну да ладно. Сейчас я вам главную приколюху покажу. А, в чем еще прикол мой у брата, то что он сделал такое же заземление. То есть, видите? Ой, мама, я испугался, ребята. Вы не поверите. Ну тут, короче, видите, вот. Тут, и потом идет заземление на один блок. Вот. Я сейчас обосрался, ребята. Честное слово. Он прям очень сильно выбежал. Вот, ребята, тут у меня есть люк. Да. Так, я заеду, нет? Так, я что-то застрял. А что я застрял? Я вроде бы раньше поезжал. О, все, проехал, ребят. Все. Да. Так, стой тут на месте. Я сейчас закрою дверь. Естественно, нужно закрывать, как порядочный человек. Вот, я вам покажу всю свою территорию. Она очень огромная тут. Она огромнее, чем у меня там в пещере, чем у меня там в России, Украине. И тут мы замечаем то, что тут у нас деревня. Да. То есть мы эту деревню, естественно, в свою территорию заберем. И потом уже, естественно, начнем делать закругление моей территории. Вот.
Да. Вот. Ну, сейчас я еду обратно через такие поля красивые. Нет. Дом вообще какой-то странный. Полуразрушенный, полунеразрушенный. Вообще очень странный. Вот где-нибудь вы такие дома увидите? Нет. А вот у меня увидите, потому что это Россия. Ну, на тем, кто не любит, да? Правильно? Заезжаем. Это, кстати, машина моего брата. Розовая, да. Все мы храним в моем доме, потому что мой дом, как вы видите, огромный. Нормальный такой, в стиле хай-тек. Хай-тек. Вот. Сейчас я уже все, что нужно, упаковал. Уже отправил на самолет. Да, мы на самолете полетим. Ну, вам это не засниму, естественно, да? Просто у меня мало зарядки, ребята, да. Как я буду у себя дома, я, естественно, вам это засниму. Тут еще был, кстати, наш огород. Тыква была. Тут была тыква, там был арбуз. Вот. Короче, ребят. Увидимся уже у меня дома. Пока. Опа, я тут уже. Я уже приехал, да, ребята. Я приехал. Точнее, прилетел, как вы знаете, да? Прилетел, но потом приехал, естественно, вот. Я не знаю, я вам показывал или нет, что мы построили. Вот в итоге, что мы построили, да? Вот, тут мы тоже что-нибудь построили. Нам нужно тут, потому что мостик, ну, типа, да? Такого вот. Естественно. Все законом физики должно быть, соответственно, быть. Вот, как вы видите, да? Вот там вот. Слева такие вот столбы, которые держат это здание. Ой, да. Вот. Скоро мы тут все переделывать будем. Потому что, ну, как-то тут все некрасиво. Вот. Нифига некрасиво. Извините меня, пожалуйста. Да. Вот. Тут тоже что-то. А что это я хз, кстати? Вот. Палють? Что? Мой брат гений. Извините меня, пожалуйста, да, но извините, что это. Ну, он просто сделал тайник, как я понимаю. Типа сюда нельзя, типа сдохнешь. А, брат мой заболел. Я вам говорил или нет, я уже просто два. Мой брат был заболел, да. Так, ладно. А зачем? Я специально застраивал это место. Просто тут была тоже дырка, да? Этот проход сделал я. Да блин, я теперь запрыгнуть не могу. Когда надо, так ты запрыгиваешь. Когда не надо, так... Ой, наоборот. Ребята, я сейчас чихну. Нет, я не чихну, извините меня, пожалуйста. Смотрите, что мы, куда идем? Мы идем вот сюда. Да-да. Типа это, наверное, надо вот так встать, чтобы достать до каждой фигуры. Ну, ладно. Да, кстати, мой брат собирается тут сносить здание. Вот это вот свое. Типа медь. Медь окисляется, и он хочет пристроить свой дом. Да. Вот. А мой дом также все хорошо стоит. У меня все из дерева, как вы знаете, да? И из камня, и из кварца. Все. То есть три блока самых лучших. Я не собираю пшеницу. Есть вот эта вот колдунья. Вещь. Да. Я вам показывал или нет, но мы нашли
Отличное место для нашего нового дома. Да. Мы, можно сказать, каждый раз приезжаем, каждый месяц, блин. Много раз приезжали, вот мы переехали вот сюда, да, в ту пещеру. Теперь мы, скорее всего, вот сюда переедем. Как вы видите, тут уже все построено, да, потому что мы молодцы с братом. Вот, тут тоже есть Государственная Дума, в которой будет все решаться, естественно. Белый дом, так скажем. Вот. В других версиях у меня где... Ой, в других домах, в других вот этих местах, где были, не было государственных дум. Тут они есть. Да? Ну, мы там их тоже построим, естественно, да? Под одним названием. Не знаю, какая будет название, но будет потом. Вот. Тут. Это отдать территорию на участке B6. B6 это вроде бы этот участок за 20 железа и 10 золота. Вот. А нет, B6 это тот. Или нет? Я не помню, ребята, если честно, но какой-то дом точно это. Да. Вот. То есть, представляете, это вот вся территория, она капец какая огромная, как вы видите. Не то что... Опа, мне кто-то стрелял. А, да, вот, кстати, где мой дом будет тут заканчиваться, если мы будем строить. Но, скорее всего, это не будет домом, это будет главный цех, где будут переработка железа, всех руд вот этих, да. Это будет как завод у нас тут. Вот. Ой, я чуть не грохнулся. Вот на этом уровне начинается у брата моего постройка. А моя же заканчивается в эту очередь вот на этом. Да, то есть видите, да? Расстояние не такое уж и большое между этими расстояниями, но тут очень огромное. То есть я не знаю, я тут могу царство построить, если что. При желании, но не охота и не буду. Я еще там у себя дома ничего нормального не обустроил. Много пустых мест, естественно, да? А я спускаюсь. Сейчас я найду то место, откуда мы пришли. Вот, я прибыл на место.
Да, ну, короче, либо ты мы окончательно с вами прощаемся. Всем пока.